Добрый день, сегодня анбоксинг, и это чудо-юдо от компании Dianzheng. Когда-то я говорил, что больше не буду покупать спиннеры в виде кубоидов, но компания Dianzheng заставила. Они выпустили шестиконечный спиннер. Мы привыкли уже к таким вот 3x3x1 кубоидам, в которых встроен подшипник, и они могут вращаться. Эпоха спиннеров прошла, не так я понимаю, уже не особо популярны. Но вот компания Dianzheng решила все-таки выпустить. Сравним со спиннером от компании Mafangi. Компании, не помню кто это, CubeStyle, наверное. Ну вот, шестиконечный спиннер, или это, возможно, даже склонбойс, не помню. В чем разница? Если мы вспомним обычный спиннер от компании Mafangi, к примеру, это тот же самый кубоид 3x3x1, который можно вращать без изменения формы, можно эту самую форму поменять, да, и станет оно как-то причудливо выглядеть. Здесь оно все то же самое, но только еще вращается. Кстати, самый тихий именно от компании Qi. Здесь же тоже вращается, но уже вот эти вот детальки вот так вот не поворачиваются, только следующие вот так, но они между собой независимые, поэтому как бы нельзя сказать, что меняет форму. То есть вот это как бы неполный поворот, и этот поворот на этот никак не влияет. Можно перемешать, не задумываясь. То есть здесь все решается интуитивно, без всяких там хитрых алгоритмов. Все легко и просто. Замешаем как-нибудь. Даже перемешать сложно. Вроде бы что-то есть. Да, кстати, вращение. Тоже достаточно тихое, но немножко шелестит. Ну, допустим, вот так вот мы перемешали. Как же его собрать? Здесь стоит обращать внимание на цвета. То есть вот эти два элемента стоят рядом друг с другом правильно. И на цвета вот этих вот треугольничков. То есть белые должны быть здесь с белым и возле белого центра. Белый центр здесь, белый треугольничек здесь. То есть вот эти надо развернуть. Ну, в данном случае мы как-нибудь сделаем вот так. И вот у нас начало есть. Дальше. Нам нужен сюда красный элемент. Но здесь желтое. Давайте для начала мы сделаем разворот вот этого элемента как-нибудь вот так. Угу. То есть что я сделал? Я отвел, развернул и вернул обратно. Да? То есть в данном случае желтенькое. Отвожу. Вот он, правильный элемент. Разворачиваю и возвращаю. Вот они стоят рядом. Сюда нужен красный. Красный вот. Если здесь белый, то просто сюда подставляю, вставляю нужный, возвращаю. Так, сюда нужен какой-то синий элемент. Это, видимо, вот этот. Я так подозреваю, что у нас сейчас разом все вот эти три решатся, поскольку паритетов тут вроде бы нет. Вот этот синий нужно поставить сюда. Ну, в один поворот нам здесь желтенький останется. Поэтому отведем сюда. Развернем вот этот, вставим и вернем на место. И вот как бы все решилось. Достаточно интуитивно, но не так просто, как мне показалось на первый взгляд. В общем, это все же безделушка, больше коллекционная вещь. Все-таки это шестиконечная звезда, звезда Давида. Но собирать можно, и некий интерес в сборке есть. А на этом все.
Всем спасибо, всем пока.